нет. Ну, Кубинский, возьмите, пройдите. А, остановили, правда. Машина болтает. Не знаю. Подожди, подожди. Сейчас. Паспорта, говорят. Паспорта? Паспорт свой. А что ты что? Ну вот, машина что-то, я не знаю. Я думаю превышение скорости. Какое? Тут никакого не ограничения. Еще, ну, тем более наша Колымага пойдет. Коля, что ты? Пока при выводах не делал. Выводов не делал, он же не знает почему. Ну видишь, на радар показывает. Ну так кто его начал? Какие тут ограничения или что-то? Зайди, сними. Какое?
выхода. Да? Есть ограничение скорости. Все, брат, давай. Сергей, ты что? Отойди. Я не нападаю, я хочу. Сергей, отойди, молча. Брат, ты что? Туда сними. Дай, что за...
попали. Якобы я выключил скоростной режим. Напомню, здесь разве указано? Это было там якобы раньше, но он мне так и не показал. Говорит, что фотография придет в Барнаул. Ну, дай тихо, что-то нормальные вещи. Нет. 100 рублей, да, там что? Да. Вот. А предъявить он мне ничего не смог. То есть у них вообще камера, вот, камера там, ну вот, видишь, вот газель, я говорю, там темно, ничего не видно. Ну сейчас скину. То есть, это так просто, ну поддавайся. Игнатий Тихонович, вот Сережа полез, да, вот он бы сейчас встал бы в позу и заставил бы нашу машину ехать в участок. Он имеет право задержать. И тогда мы ночевали бы просто-напросто в Пензе, прям в Пензу бы мог угнать. Поэтому не надо лезть. Никогда не надо лезть. Он делает. Нет, Сергей. Прав он, не прав он. Он будет отстаивать свою точку зрения. Я могу лишь только его убедить меня не наказывать. Вот. Он может мне отдать просто документы.